конкретно и дорогие. Моя подруга, с которой мы вместе занимаемся в одной группе кабалой, подкидывала мне такую прекрасную метафору, которую я и хотела бы развить в этом видео. Метафора с двумя глазами. Наверное, всем ни для кого не секрет, что левым глазом мы видим одну картинку, то есть то, что окружает нас впереди и слева. Правым глазом мы видим то, что окружает нас впереди и справа. И таким образом оба глаза дают нам ощущение объема, объемной картинки вокруг нас. Вот то же самое в нашем продвижении. В кабале мы движемся в двух линиях, в правой и левой. Левая линия – это всевозможные препятствия, всевозможные опустошения, неприятные вещи, которые раскрываются вокруг нас и между нами в наших отношениях. А правая линия – это то, что противоположно. Это любовь, это взаимное приятие, это раскрытие радости от совместной взаимосвязи, раскрытие величия цели, к которой мы идем, и так далее, и так далее. И вот почему важно двигаться в двух этих линиях? Потому что благодаря этому мы точно так же начинаем видеть объемно духовную картину, видеть, чувствовать, ощущать. И поэтому каждый раз, когда нам раскрывается левая линия, всякие вот эти противоречия, совершенно бессмысленно пытаться что-то с этим сделать, да, сделать с этим глазом левым, пытаться его как-то лучше настроить и так далее, и так далее. Этого делать не нужно. Все, что нужно, это открыть правый глаз, который в этот момент закрыт, когда открывается левый. И открыть правый глаз — это значит найти в нашем соединении, в наших особых взаимосвязях ту силу, которая и поможет открыть этот правый глаз. Это сила добра, любви, сила, исходящая от Творца. И вот когда мы это делаем, то есть не копаемся в этих противоречиях, которые раскрываются, а всего лишь ищем силу, которая поможет их уравновесить. И вот когда мы это делаем, то действительно мы начинаем вдруг чувствовать объем. Мы начинаем вдруг замечать, что те противоречия, которые нам виделись, они на самом деле очень нужны. Что на самом деле они, ну, что они — это совершенно не то, как мы на них смотрели. И вообще мы начинаем видеть, что вот эти состояния привели нас к гораздо большему, что нет самоценности в хороших состояниях или в плохих, они всего лишь материал для построения духовного, для построения объема восприятия совершенно новой реальности, совершенно новой плоскости. С вами была Тамара Стародубова. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии внизу этого видео, сохраняйте плейлист свой в избранное, и до встречи через неделю.